для чего в храме подаются записки с именами? Значит, ну, все, наверное, так сказать, у всех на слуху, что в храме подаются записочки простые и записочки заказные. И те, и другие записочки поминаются в алтаре, естественно, во время службы. Но есть записки вот как раз заказные, которые еще с вниманием частичек, поэтому они называются заказными. То есть за каждое имя священник во время параскомидии в алтаре вынимает на жертвеннике, вынимает частичку за каждое имя. Эти частички потом в процессе богослужения опускаются в кровь Христову, в чашу, из которой все причащаются, и, соответственно, омывается и каждый человек, имя которого было упоминаемо, на проскомидии омывается кровью Христовой. Это самое величайшее из всего, что мы можем сделать для каждого из людей. То есть омыть его грехи кровью Христовой во время литургии. Это заказные. Простые записочки, они просто вычитываются в алтаре или священниками, или по послушанию, кому это, так сказать, благословляется. И во время службы, во время ектения, здравия, упокоения, это все поминается.